Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Оля. Добро пожаловать на мой канал. В одном из предыдущих видео я показывала в букетике вот эти милые нежные пушистики. И теперь хочу поделиться с вами, как их сделать. Они очень мило, красиво дополняют любой букет. Беру отрезок бумаги произвольной длины, а высота отрезка 2 сантиметра. И эту бумагу нам нужно максимально сильно и хорошо растянуть. Растягивая бумагу, мы ее истончаем, и таким образом пушистики смотрятся не такими грубыми. Затем я подравниваю края для того, чтобы они нам в дальнейшем не портили всю картину. И из отрезка мне нужно отрезать 12 сантиметров. Отмеряю 12 сантиметров, и это будет наш один пушистик. Отрезанную заготовку я складываю пополам вдоль самой длины отрезка. Складываю и как следует прижимаю и проглаживаю между пальцами. Затем полученную заготовку я складываю пополам. И затем еще раз пополам для удобства, чтобы можно было удобно нарезать и сама заготовка не ерзала между пальцами. И теперь я буду ее нарезать. И нарезать я буду именно ту часть, которая у нас не сложенная. Для начала я разрезаю места сгиба. И затем нарезаю. Нарезаю очень-очень мелко, практически в бахрому, буквально 1 мм на один надрез. И прохожусь по всему отрезку бумаги. Чем мельче будет нарезан сам отрезок бумаги, тем пушистик будет смотреться более нежно. И теперь буду склеивать. Наношу небольшую тоненькую полосочку клея и вклеиваю проволоку. На проволоке предварительно сделала петельку для того, чтобы проволока лучше держалась. И скручиваю в трубочку. Скручивая в трубочку, я постоянно прижимаю уже сам пушистик для того, чтобы клей хорошо схватился и проволока никуда не убегала. Пушистик готов, и я срезаю какие-то, если появились неровности, делая сам верхний край более ровным и немножечко распушиваю его. Все, готово. И затем буду собирать пушистики в соцветия. При этом я использую тейп-ленту зеленого цвета и скручиваю пушистики в 3-4 соцветия. То есть одно соцветие может состоять от 3 до 5. Это уже, конечно же, по желанию. Я делала абсолютно разные пушистики. Сложила их так, чтобы они выглядели не обязательно на одной высоте. И просто скручиваю проволоку тейп-лентой. Тейп-ленту, конечно же, можно заменить на гофрированную бумагу. Пользуйтесь тем, чем вам удобно. И на этом пушистики готовы. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока, до новых встреч!